Волшебная кисть. Рисунок 13-летнего Гордея Тиглева из Башкортостана повесит в галерее на Тауэровском мосту. Работы талантливого подростка оценили на международном конкурсе в Лондоне и присудили победу. Что покорило британское жюри, об этом Анна Попова. Гордей Тиглев стал самым молодым участником, но это не помешало ему оставить позади претендентов из 16 стран мира. Работа российского школьника настолько впечатлила жюри, что ее назвали удивительным образцом юного творчества. На конкурс Гордей отправлял карандашные рисунки и одну картину, написанную акриловыми красками. Победителем стал портрет Юрия Гагарина. По словам художника, именно портрет является его любимым жанром. Творчеством мальчик занимается с детства. Родители заметили талант сына, когда Гордей пошел в школу. Поля тетрадей он изрисовывал точными художественными эскизами, хотя и писать еще толком не умел. Тогда мама и решила отправить его в художественную школу. Наставником юного таланта стал уфимский художник Айнур Тимиргалиев. У него прям такая сильная жажда в плане знаний, и он очень хорошо все впитывает как губка. И, в принципе, мы за очень короткий период времени достигли довольно-таки неплохого уровня, но хотелось бы еще выше, еще больше. Кроме рисования, молодой человек занимается 3D-моделированием и играет в шахматы. Но главная мечта, как он сам признается, вживую пообщаться с настоящим космонавтом. Анна Попова, Владимир Годунов, Первый российский национальный.